Дорогие друзья, все на месте, самые главные виновники этого торжества, родители. И мы вместе с вами призовем имя Господа нашего, чтобы милость Его и благословение были на молодых и на нас с вами. Помолимся. Господь и Бог наш, мы благодарны Тебе, что Ты благословил нас прибыть сюда, и вместе можем возликовать и возрадоваться о создании новой семьи, которые избрали своим путем христианскую жизнь и заключение брака в церкви по воле Твоей и по Твоему учению. Благослови это бракосочетание. Аминь. Садитесь, друзья. Родители тоже могут присесть. Музыканты приготовили песню. И они вначале, прежде чем мы начнем рассуждение из Евангелия, из Священного Писания, они споют песню «Юность моя, ты меня не оставь». Друзья, вот человек, он пока не готовится, человек так устроен, и это естественно, что физически человек стареет. Но пожелание, чтобы вы душой никогда не постарели. Есть даже в одной песне, что кто-то молодым, а уже стал как стариком столетним, а кто-то уже пожилой, но в душе молод. И вам такое вот пожелание от группы музыкальной. Юность моя, ты меня не покинь, будь вечным счастьем моим. Это Господь мне тебя подарил, светом наполнил своим. Я улетаю на крыльях твоих, кто неизведанный край, чистым сознанием мое сбереги и никогда не оставь. Если когда слабею в пути, силы не хватит в борьбе, скажи о Христе. Я улетаю на крыльях твоих, тот неизведанный край, чистым сознанием мое сбереги и никогда не оставь. Я улетаю на крылья
путях твоих, тот неизведанный край. Чистым сознанием мое сбереги и никогда не оставь. Друзья, сначала у меня будет несколько к родителям вопросов и слов, потом к молодым, ну, потом уже начнем рассуждение. Родители, кто-то, я уже, ну, как бы узнал их официальное имя и отчество, и, хотя раньше не знал, но теперь узнал. Виктор Васильевич, Марина Владимировна, это папа и мама жениха. Виталий Алексеевич и Анна Анатольевна – это папа и мама невесты. Ну, конечно, они в чем-то похожи очень, сидят рядышком сейчас. В чем-то есть различия, Виктор Васильевич? Вы уже сколько раз на таком месте сидели? Шестая свадьба. Шестой раз, можно так сказать, да? Ну, шестая свадьба. А для Виталия и Анны это первая свадьба. Правильно, да, я понял? Это первая свадьба. Ну, это, в общем-то, ни о чем не говорит, но вы все успеете наверстать еще, догнать, а может быть, даже и перегнать, но всякое в жизни бывает. Поэтому хотел бы прежде вас спросить, вы благословляете своих детей на их вступление в брак, на создание своей в некотором смысле автономной семьи, автономной от вас уже, то есть независимой. Благословляете? Хорошо. Теперь, Никита, к тебе вопрос. Ты любишь Кристину? Любишь. Кристина, а ты по любви выходишь? Без принуждения? Осознанно? Не совсем, скажи, но да. Ну, почему я сказал не совсем? Друзья, мы... Почему сказал не совсем, я немножко поясню. Вот хочу вам, молодым, ну, все могут там в душе своей тоже ответить, такой вопрос. Вот как вы думаете, я вам сейчас скажу три фразы, отражают ли эти фразы реальность жизни, ну или хотя бы даже ожидания человека. Итак, супруг, первая фраза, супруг должен сделать меня счастливым. Вторая, супруг не будет усложнять мою жизнь, а наоборот облегчит ее. И третья фраза, супруг не будет причинять мне боли, а наоборот будет доставлять мне приятность. Никита, ну ты первый скажи, как ты думаешь, вот эти фразы, они соответствуют ожиданиям молодого человека от брака или нет? Не просто передай микрофон Кристине. Кристина, ты как думаешь? А можно еще раз вопрос? Еще раз вопрос. Отражают ли реальность эти три фразы, ну или попроще, соответствуют ли ожидания молодых людей при вступлении в брак вот таким трех фразам? Супруг не должен, должен сделать меня счастливой, не будет усложнять, а наоборот облегчит мою жизнь, не будет причинять мне боль, а наоборот доставлять будет приятность. Являются ли это ожиданиями молодых людей, когда они вступают в брак? Или нет? А может быть, да и нет? А может быть, только нет? Наверное, и да, и нет, когда как. И да, и нет, когда как. А вообще, Никита, все-таки ты скажи, вот эти фразы соответствуют реальности жизни? Ну, мне кажется, это эгоистичные высказывания. Тебе они кажется, идут, что эгоистичные, то есть, да? Он должен мне, в первую очередь, я думаю, надо самому давать любовь, а потом будешь получать. Угу. Друзья, то есть вот вроде бы на первый взгляд кажется, что, ну, конечно, люди вступают в брак для чего? Чтобы в
быть счастливыми, как бы это очень важно. Конечно же, супруг не будет мне усложнять жизнь. Но никто же не выходит замуж, чтобы ему усложнить жизнь, правда? Все же думают, ну, у меня как-то жизнь лучше станет, как-то, наоборот, легче станет. Супруг же не должен причинять мне боль, неважно, кто это, жених или невеста, муж или жена. Ну, конечно, не должен. Конечно, я вступаю в брак не для того, чтобы меня супруг ранил, она или он. Но на самом деле реальность жизни, эти фразы, они не отражают реальности. Они могут отражать ожидания некоторых людей от брака, но они не отражают реальности жизни. Дело-то в том, что супруг, если человек предполагает, что супруг сделает его счастливым, вступая в брак, кто-то сделает его счастливым, это глубочайшая ошибка людей, которые думают, вступив в брак, я стану счастливой. Если этого внутри нет состояния, то счастливым никто не сделает. Ну а если и сделает, то на короткий промежуток времени. А потом, если внутри этого ощущения мира, добра, радости, счастья нет без супруга, то наоборот, человек, приходя в семью, он, скорее всего, брак сделает несчастным, потому что у него нет этого внутреннего наполнения. Второе. Он не будет усложнять жизнь. Брак, очевидно, для тех, кто уже вступил в брак, и это могут все вступившие в брак подтвердить, что брак приносит сложности. Не облегчает жизнь, а приносит сложности. Почему? Потому что люди принимают на себя какую-то ответственность. А любая ответственность, она усложняет. Это уже не хаотичное движение по жизни, а какое-то целенаправленное. Поэтому однозначно брак усложняет жизнь. И третье, что мы сказали, что супруг не будет причинять мне боль. Супруг или супруга обязательно причинят боль. Не потому, что они хотят ее причинить, а просто по той причине, что мужчина и женщина разные. По-разному смотрят, по-разному слышат, по-разному думают. По-разному выражают свои эмоции. И это не всегда привычно и иногда бывает болезненно. Не потому, что супруг хочет сделать больно сознательно. Я не беру такие крайности, хотя они бывают. Но даже если нет этих крайностей, так как мы разные, это бывает в реальной жизни. Поэтому первый вам совет – оставьте завышенные ожидания о браке. Оставьте их за спиной сегодняшнего дня. Завышенные представления о том, какой должен быть брак, какой должен быть супруг, супруга, что они там мне боль не должны причинять, что они там счастливее должны, там пятое, десятое, можно в голове очень много чего себе намечтать. Завышенного представления не должно быть. Есть такой закон, очень простой, из которого будет исходить следующий совет. Закон в чем заключается? Что чем больше человек стремится выхватывать какие-то эмоции в жизни, неважно, в чем они выражаются, там, в еде, в отдыхе, в развлечениях, тем со временем он потом больше проседает, как бы, в эмоциональном фоне своем. Поэтому второй вам совет – это стремитесь к умеренной жизни, во всем умеренной жизни. В еде, в отдыхе, в развлечениях, в получении каких-либо удовольствий. Всегда стремитесь быть умеренными. Не гонитесь за чем-то большим и таким, чтобы аж ахнуть можно было. Потом вот насколько сильно ахнешь, настолько сильно потом и просядешь в своем эмоциональном, и будешь искать опять, а где-то уже не дотягиваешь, или средств не хватает, или еще чего-то. Это, друзья, тоже простая вещь, но которая помогает людям быть стабильными в браке. Итак, стремитесь к умеренной жизни. Кто-то однажды слышал такую фразу: от какого мужа нужно хватать с руками и ногами? Ну и там было сказано три таких критерия. Первый – это если он трудолюбивый.
Второе, если он без саморазрушающих привычек. И третье, любит детей. Или хочет детей, или любит детей. То есть вот если такие три вещи есть, то это уже достаточно для того, то этого мужика надо хватать быстрее, пока его никто не это... Ну, своего, конечно, если он не... И все, этого... Это очень... Вот три свойства необходимые, которые вот вообще необходимы. Если он лентяй, сто раз подумай. Если у него есть разрушающие привычки, они придут в свою жизнь и начнут вашу семью разрушать. Если он не хочет детей, не любит детей, это тоже печально. А если эти три есть, вот, конечно, когда они есть, то хочется большего. Но подумайте, что это три очень важные вещи. И к саморазрушительным привычкам относят сюда чего? Что относят к саморазрушительным привычкам? Пьянство, спиртное, да, когда человек любит состояние алкогольного опьянения, это курение, это, если хуже еще, может быть, наркотики. Ну и нецеломудренные фильмы, это тоже, это саморазрушительные привычки, которые разрушают человека изнутри, разрушают семью, это однозначно. Кладут отпечаток на детей, на будущее поколение, и на внуков, и на правнуков. Поэтому это очень важно. Точно так же и для, ну как бы для женщины минимум, так сказать, это если она заботлива о доме, Никит, заботливо о доме. Если она способна прислушиваться старших и хочет детей, любит детей, то этого вообще достаточно для счастливой жизни. Вот достаточно. Просто дело в том, что как бы иногда мы смотрим на это как само собой разумеющееся, как на данность. Ну так должно быть и все. И когда оно есть, мы этого недооцениваем. Ни мужчина бывает, и женщина бывает, недооценивают вот этих простых вещей. Если вот этого необходимого минимума нет, будет очень сложно. Очень сложные отношения. Но дело в чем, что когда даже эти необходимые вещи есть у мужчины и у женщины, уступивших в брак, мы даже с ними умудряемся устроить проблемы и построить несчастную семью. Вот настолько бывает мы, не бывает, а испорчены грехом. Поэтому помните, да, что оставьте завышенные ожидания о браке и оставьте, и стремитесь к умеренной жизни. Это поможет вот сбалансировать отношения, так сказать, ну, на начальном пути и поможет. Итак, друзья, следующий момент, на который мы обратим внимание, это цели, ну, можно так сказать, да? Цели или целеполагание в браке, в чем они заключены. Я еще скажу три фразы, как и в предыдущий раз, а вы, может быть, подумаете, это соответствует целям, соответствует ли целям брака. Итак, любовь, это дружба, ну и дети. Являются ли это целью брака? Любовь, дружба, дети. Давайте, пока вы думаете, мы послушаем пение «Берегите любовь». А вы пока подумаете, вы знаете, у меня вопросы всегда такие, могут быть с двойным смыслом. Вы подумаете, и пока они будут петь, потом ответите на этот вопрос. Являются ли целью брака любовь, дружба, дети? Любовь, как цветок, как мороза, защитите живое от юг, и весною распустятся нежные розы и прославится.
только вдруг. Берегите любовь, встреча с нею как праздник, ее звуки дыхание. Весла ни к чему не сидеть, столько в мире кружений избранных, стоит и усилить любовь и сберечь. Берегите любовь, встреча с нею как праздник, ее звуки дыхание. Купаются золотами алмазы, а любовь не имеет цены. Берегите любовь, как дитя от пожара. Заживает не скоро ожог, будет время лететь, но останутся жары, сохрани вас от этого Бог. Берегите любовь, встреча с нею как праздник, ее звуки дыхание. Какие цели, ну или можно так сказать, основные цели в браке? И мы перечислили с вами три. Это любовь, дружба и дети. Но соответствуют ли эти цели, ну, как бы целям брака? Как ты думаешь, Никита? Ну, мы думаем, что это является частью цели. Угу. Это является частью цели. Ну, а может быть, что-то раз частью, значит, еще что-то есть, как бы ты это мог, или вы могли об этом добавить? Ну, еще одна часть цели, но я бы добавил служение Богу. Угу. Друзья, вот, Никита, для вас, ну и для всех нас, дело в том, что на цель можно смотреть, так сказать, изнутри, а можно смотреть снаружи. И это не одно и то же. Как бы вот откуда, ну, как бы мы полагаем цели в своей жизни? То есть мы к чему-то стремимся. Мы понимаем, что стремясь вот к этой цели, я достигну чего-то. Да? Стремясь к любви, там мне будет вот то-то, то-то. Стремясь там к дружбе, там такие-то я получаю от этого там бонусы, так сказать. И так далее. Но можно посмотреть с другой стороны на это же самое. То есть тот, который создал Вселенную, Землю и человека на Земле, какие он положил цели в этом? Вот это очень важно. Потому что когда мы смотрим изнутри, иногда вот что-то идет не так, и люди разочаровываются в браке, в супружеских отношениях. Разочаровываются по той причине, одна из причин и основных, потому что неправильное целеполагание произошло в жизни. Я не, допустим, или неправильно люди понимают те вещи даже, которые здесь озвучены, в принципе, хорошие вещи. Ну, почему, допустим, представь себе, вот, ну, как бы цель брака – это любовь. Ну, конечно, любовь. То я один себя любил, а теперь вдвоем меня любить будем. Конечно же, это ж лучше.
И так каждый думает, и Никита думает, то мне самому себя любить надо было, теперь еще она будет любить. Конечно, это ж лучше. Куда ж? И точно так же и Кристина думает, то я сама себя любила, теперь еще Никита меня будет любить. Конечно, лучше от брака. Друзья, но не совсем. Точно так же и дружба. Это тоже дружба в браке. Это вещь, там говорят про это красивые слова, там надо в браке дружить, дружить. Но вот как бы зная множество людей и множество супружеских пар, христианских, я не говорю вообще вне, дружба в браке – это вещь маловероятная. Я не хочу сказать невозможно или такого не бывает, но это вещь, особенно в начале, это вещь маловероятная. Точно так же, как люди часто говорят, надо там с детьми быть там другом, подругой, там своей дочери, там своему сыну другом. Это тоже вещь маловероятная. Вот вообще маловероятная. Почему? Ну потому что ты другу можешь сказать там, слушай, ну ты там что-то, ну, какое-то слово допустить, а отцу матери так не скажешь. А если, то есть эти отношения, они все равно как-то немножко имеют другую форму. Отца, матери и детей. Точно так же и мужчина и женщина, муж и жена. Отношения немножко другие. Если твой муж Никита скажет, ну, сказал бы до свадьбы там ребятам, с которыми он дружит, там группа, с которой он поет, я сегодня с вами в баню не пойду. Ну, никто не обиделся. Сказали, ну ладно, давай в другой раз. А если он жене скажет так, а я с тобой в баню не пойду, то совсем, ну, другу можно так сказать, спокойно и без всякой задней мысли. И жене, наверное, можно так сказать, но отношения будут другое, понимаешь, да? То есть говорить, что там дружба в браке, это очень серьезная высота, которой нужно вырасти. Это не просто так вот раз и все, и такая дружба прям, вот как друзья. Это все просто красивые слова. Такое встречается очень редко. Это есть. Я с этим встречался, но это встречается очень редко. К этому человек должен созреть внутренно, мужчина как мужчина и женщина как женщина. Созреть именно в отношениях семьи, чтобы прийти к этому. И к этому есть определенные объективные условия. Дети тоже не могут быть целью брака. Хотя вроде бы и так. И вначале мы говорили, если он хочет детей, там, и она хочет детей. Да, но это не может быть целью брака. Почему? Ну, потому что Господь Бог не сделал так, что Ева и ребенок у нее. То есть, если бы целью брака были бы дети, то Господь бы сразу им, ну, там, я не знаю, десяток, не десяток, но сколько-то деток бы сразу бы и раз, и вперед, под нагрузочкой. Это тоже не является целью брака. Но что же является основной целью брака со стороны Бога, того, кто задумывал, того, кто спроектировал вот такую жизнь, такое построение жизни на планете Земля, которое мы сегодня видим на сегодняшний день. Кто спроектировал, что он туда вкладывал? Для этого прочитаем один стих, два стиха, вернее, послание Римлянам. Послание Римлянам, 8 глава, 28 и 29 стихи. Здесь речь идет о предвечном плане, когда еще как бы не было человека на земле, о плане Бога на сотворение людей и какую Он цель вкладывал в сотворение человека. И не просто в сотворение человека, а в том, чтобы люди... Часть людей, которые будут веровать в Иисуса Христа, часть этого человечества, каковыми они будут, то есть какую цель вкладывал для этих людей. Итак, с 28 стиха. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Его, чтобы Он был первородным между многими братьями». С середины 29 стиха мы слышим такие слова. Он предопределил, то есть он, Бог определил наперед, чтобы, как там сказано,
кому предопределил быть подобными образу своего Сына. То есть, чтобы люди, уверовавшие в Иисуса Христа, вот эта часть человечества, они стали похожи на Божьего Сына. Произошел вот этот процесс в их жизни уподобления Богу в реальной жизни. И о них сказано, 28 стих мы прочитали, что «любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Вот им, которые идут этим путем, им все содействует ко благу. Не каждому человеку на земле все содействует ко благу, все, что с него происходит. Это все ко благу, и в вашей жизни будет все ко благу. Это если вы будете любить Бога. И вот божественную цель уподобления Христу воспримите в свою жизнь. Вот тогда благо придет в жизнь, во всяком деянии, даже которое на сегодняшний день кажется не совсем, может быть, приятным и нужным. Друзья, то есть Бог поставил вот такую цель. И брак, Он же создал Адама и Еву, да? То есть и создав человека, Он вкладывал вот такую цель, Его замысел вот таков. То, что ты сказал, служить Богу, это правильно, но служить Богу – это опять же, это средство, это не цель. Это средство, через которое человек становится похож на Божьего Сына, служение Богу. Понятно, да? То есть это на самом деле, ну как бы если чуть-чуть поразбираться в этом, это не является целью. Это средство, одно из средств достижения цели. Точно так же, как и брак является одной, запомните это, брак. И даже не служение, а брак. Это одна из основных средств достижения вот этой более высокой цели. Когда люди это понимают, они как бы вот те сложности, которые встречаются в браке, они как бы становятся выше этих сложностей. Почему? Потому что они понимают, если они это понимают. Это не значит, что они думают об этом каждый день. Но в определенные дни сложности, напряжения или непонимания какого-то, когда это приходит человеку, Бог вновь напоминает это человеку, человек преодолевает эти трудности и тем самым становится похожим на Иисуса Христа. Мы в прошлое воскресенье, которое было, говорили из послания Ефесянам 4 главы, 5 главы. И там сказано, что там мужья должны любить своих жен, жены должны повиноваться мужьям. И Павел там очень переплетает как бы взаимосвязь отношений мужчины и женщины и Христа и Церкви. Как бы там это настолько все переплетено. То есть этим самым, опять же, этот текст показывает, что божественный план по отношению к семье, он выше, чем любовь, дружеские взаимоотношения и дети. Он выше. Поэтому такой взгляд, ну, на брак, целеполагание, вот такое, оно выше всех радостей и всех трудностей, которые могут встретиться и встретятся в семейной жизни. Итак, для достижения, ну, как бы, гармонии в браке, полноценных отношений, есть определенные божественные законы. Я всего на два обращу внимание. Один духовный закон, он записан в послании Коринфянам, первое послание Коринфянам, глава 11, стих 3. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Вот закон. Вот Бог вот так устроил этот мир, не по-другому. И он сказал, есть своя иерархия власти. У Божьего Сына есть голова. Кто? Отец. У мужа есть голова. Кто? Сын Божий, Иисус Христос. У жены есть голова. Кто? Муж, ее муж. И люди могут в это верить, могут не верить в это, могут принимать и так, исходя из этого, как-то строить свои отношения. Могут не делать это. Это вопрос людей, это не вопрос, ну, того, как создана земля. Но
отношения семейные построены на... Это один из принципов. У меня вопрос. Ну, не вопрос, вернее, а небольшое пояснение. Глава. Никита, вот муж – это глава, главарь или ребенок? Глава. Глава. А чем глава отличается от главаря и от ребенка? Дело в том, что, Никит, ну, может быть, тебе пока это непонятно, но ты поживешь, увидишь, и Кристина поживет, увидит. Дело в том, что в мужчине в разные периоды жизни вот как бы доминируют эти вещи. Он может быть в каком-то периоде жизни главарем чувствовать себя, а в какие-то моменты ребенком. И женщина думает, ну как ребенок, что это еще один ребенок у меня? У них и так вот там я двое, трое, четверо, а еще вот один. Но Библия говорит, не главарь и не ребенок, а глава. И это важно. И опять же, это понимаешь, Никита, это не дается просто так вот, вот даром. Вот просто вот, нет, ты вроде бы родился мужчина, это уже понятно как бы. Все, это данность. Но именно само отношение в семье и быть в семье главой, это не значит, что ты родился мужчиной, значит, ты именно ты можешь быть и главарем, а можешь просто стать ребенком у Кристины. И так может быть. Это реальность жизни. Некоторые заметки по этому поводу хотелось бы назвать. Потом вы, может быть, их когда-нибудь переслушаете, так сказать. Итак, глава как ведет себя? Глава решает вопросы совместно с женой и обходится с ней, как со второй половиной. Вот глава, он решает вопросы со своей женой вместе и обходится с ней, как со второй своей половиной. Вот так поступает глава. Как поступает в тех же обстоятельствах главарь? Он обращается как с рабыней, не имеющей права голоса. Вот разница главы и главаря. У главы нету такого понятия, что жена – это рабыня, и она не имеет права голоса что-то сказать. Это не поведение главы семьи, это поведение главаря. Поведение ребенка каково в той же самой обстановке. Он полагается на мнение жены, так как у него нет своего собственного осмысленного мнения. Это ребенок. Он полагается во всем на жену. Она мудрее, она сделает, она решит как, она знает, как сделать. Во всех вопросах он полагается во всем. Это мама. Ну, по-другому. Это мама. Это. Вот так ведет себя ребенок. И, к сожалению, взрослые люди, которым и по 30, и по 40 лет, иногда ведут себя как дети. Хотя глава. Глава решает вопросы. Он инициатор решения вопросов вместе со своей. Их же не относятся как к второй половине, не как к рабыне. И не как к тому человеку, который не имеет голоса, потому что он не глава. Мы потом, когда про жену поговорим, немножко добавим к этому. Еще одно. Второе. Глава впрягается помогать жене, видя ее усталость. Глава. Он, когда видит усталость жены, он обязательно будет впрягаться в том, чтобы ей помочь. Как будет поступать главарь? Главарь эксплуатирует. И если дает отдых, то только с той целью, чтобы завтра не слегла, а продолжила опять свою работу. Главарь эксплуатирует свою жену. Нагружает непосильным бременем, не заботится о том, что она непосильно устала от забот, от серости будней, от, может быть, ухода за многими детьми. Главарь на это не обращает внимания, говорит, ты должна, ты обязана, и не впрягается сам в это, в том, чтобы ей помочь в такие сложные дни. Как ведет себя ребенок в таком случае? Пока жена пашет, он играет в игры, ходит на рыбалку, на футбол,
в баню с ребятами, развлекается. Это не глава. Если жена там устает и напрягается с детьми там, в каких-то вопросах, там, в домашних, в быту, может, не совсем устроен был, а он ходит на рыбалку, он там в футбол побежал с пацанами поиграть. Я не говорю о том, что нельзя в футбол поиграть и на рыбалку, я не про то. Но когда жена напрягается, когда ей тяжело, голова ведет себя по-другому. Так ведет себя ребенок. От мамы убежал в футбол играть. А мама там что? Там мама пусть там сама взрослая разберется. Жена это не мама. И поэтому глава, он, еще раз повторю, он впрягается в то, когда видит, что его жена, его супруга, его вторая половина, она устает, она, может быть, изнемогает от чего-то, ей тяжело. Он подставляет обязательно свое плечо. И не важно, что это будет. Мытье посуды, или мытье полов, или уборка в доме. Он не считает это ее только лишь работой, если видит, что ей тяжело, и она с этим не справляется. Третье, это последнее по поводу глава. Успех жены обязательно поощряет. Глава так себя ведет. Видя успех своей супруги, он обязательно этот успех поощряет. Как ведет себя главарь? Он забирает последние минуты личного времени, упрекая за праздность. Это главарь, стопроцентный. Это не глава, который забирает последние минуты, не дает вздохнуть, что ты села. Вот ты все время сидишь. И последние минуты, когда просто человеку хочется вздохнуть от всего, забирает последние минуты и упрекает за праздность, за лень и за все. То есть, понятно, здесь должен быть баланс, да, а сколько этих минут может быть, но поведение разное. То есть, когда ты видишь жена и то, обязательно поощрять необходимо. То есть, это может быть словесно, это может быть материально, это может быть каким-то подарком, но обязательно поощрение. Глава поступает так. Он заботится в этом плане о своей жене. Как поступает ребенок? Он не обращает внимания на достоинство, успехи, принимает это как само собой разумеющееся. Так ведет себя ребенок, а не глава. А само собой разумеющееся, что жена успехи какие-то там, пусть даже уроки, как она с детьми сделала, там, или еще что-то, а как будто это так и должно быть. Никакого поощрения, само собой разумеется, это ее дело, вот она его там делает. Не обращает на это никакого внимания. Друзья, итак, Никита, твое дело – это быть кем в семье? Главой. Да, главой, не главарем и не ребенком. Запомни это. Оно и то проявится. Иногда когда-нибудь будет, что Кристина подумает: «Их ты, главарь выглянул!» Или наоборот, ребенок. Будет, ну ничего там страшного, но… Как бы основой, целью нужно стремиться, когда вот начинает выглядывать главарь, Никита, что нужно сделать в такой момент, или ребенок? Ты же чувствуешь, как он там внутри там пробирается в тебе, к мозгу подбирается. Схватить его за горло, сказать: сиди спокойно, давай на свое место, все, обратно. Это я сейчас выгляну, все, на место. Все, пусть там сидит спокойненько и не командует. Божье наставление по отношению к женщине, самое первое слово, которое было, ну, можно так сказать, одно из первых слов и одно из первых принципов, это книга «Бытие», это все знают это место, глава 2, 18 стих, там сказано, что жена – это сотворим кого? Не помнишь, Кристина? И сказал Господь Бог: сотворим кого? Как Он назвал ее? На букву «П» помощника, соответственного ему. А вот жена – это, Кристин, это помощник. Муж – глава, жена – помощник. Вот в русском менталитете, ну, мне так кажется, может, я
я не могу так сказать о всех, но вот у меня такое создается впечатление, что слово «помощник» – это подсобник. Слово «помощник» – это кто-то, ну, как бы ниже. Вот я тут все делаю, ну, а помощник там помогает. Ну, не поможет, ничего страшного, поможет хорошо. Вот это русский склад ума по отношению вот этого. Друзья, но когда, я думаю, что вы читали Ветхий Завет, книгу Псалмов читали, да? Вот я раньше никогда не обращал на такое внимание, на такие вещи. Ну вот прочтем один стих, Псалом 93, 17 стих. Вот посмотрите, как там слово «помощник» встречается, и какой оно имеет смысл, какую смысловую нагрузку несет этот стих. Псалом 93, 17. «Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания». Что это за страна молчания? Ну, кладбище, да? Вот он говорит, если бы не Господь был мне помощником, то я бы погиб. Вот, Никита, скажи, слово «помощник» здесь какой? Это Псалом 93, 17, можно его на экране показать. Вот слово «помощник» какую здесь смысловую нагрузку несет? Подсобник, тот, ради которого, ну, что-то значит, но мало что значит, а? Или много что значит? Ну, я думаю, вот, видно, да. Помощник ближе к напарнику, чем к подсобнику. Ага, ближе к напарнику. Ну, из стиха, который мы прочитали, очевидно, что Давид ни в коем случае не унижает Бога, говоря, Бог мне помощник, да? Он же не унижает Бога. Никакого там унижения не просматривается. Если бы помощник это было, знаешь, что-то второсортное или второстепенное, Давид бы не применил никогда такого слова, ну или автор этого псалма, может не Давид, не применил бы такого слова к Богу. Наоборот, слово «помощник», вот посмотрите, до каких высот возносится. Он говорит, если бы не помощь это, то я бы умер. Насколько важен помощник, Давид говорит. Да это равнозначно отсутствие его, если бы он не помог, я бы умер. Это вопрос жизни и смерти. Так вот, Бог называет сотворим помощника. Это не что-то как бы второстепенное, унизительное, наоборот. Есть много вещей, Никита, есть много вещей в жизни, и ты когда-то увидишь это в своей жизни, ну, сам переживешь, не просто по словам по моим, а сам переживешь это, те вещи, когда ты что-то не можешь, не понимаешь, как сделать. Не знаешь, как сделать. И жена тебе в этом обязательно поможет. Жене дано такая, ну, как бы такая свыше сила сделать то, что не может сделать мужчина. Муж. Вот не может. Я не имею в виду, там, что она может там больше вес картошки поднять там, на плечо. Я не про это совсем. Но есть вещи в воспитании детей, в атмосфере в семье, которую мужчина не может сделать. И Бог дал эту силу, эту власть женщине быть помощницей. То есть быть помощником, тем, которая сможет это сделать. Но женщина, как мужчина, может быть главой, может быть главарем, может быть ребенком, так и женщина может быть помощником, может быть командиршей, может быть куклой. И то, и другое, и третье встречается. Итак, как ведет в таких же обстоятельствах помощник, помощница, ну пусть так скажем, как ведет командирша себя и как ведет себя кукла. Ну, три варианта разных. Итак, помощник, помощница, она берет на себя только ту часть ответственности, в которой муж слаб и без ее помощи не может справиться. Помощница берет ту часть ответственности, в которой муж не может справиться. Не говорит, что он не может, а сам может, а не может справиться. Ну, простой пример.
мужчина там трудолюбивый, Никита трудолюбивый, он работает, зарабатывает, чтобы обеспечить свою семью. И первый пункт хорошего мужа исполняет. И вот, ну, ты дома. Ну, понятно, пока после свадьбы, пока нет детей, как бы многие думают, а что делать, на работу пойти там или еще что-то. И такое время. Но когда есть дети, очевидно, что их там нужно в школу проводить, их нужно встретить со школы, их нужно покормить завтраком. Им нужно какие-то слова хорошие сказать и их наставить. Пожелание какое-то дать, отправляя в школу там, или встречая со школы. И очевидно, что муж этого не может сделать. То есть ему бы надо было бы оставить работу и завтракать с детьми вместе, какое-то пожелание, потом встречать их с детьми. Но если он будет на работе, он должен быть или там, или там. И понятно, что это нагрузка на плечах жены. То, что он объективно не может сделать. И еще одно пожелание, Кристина, тебе, чтобы не бери ту часть работы, которая 100% это его дело. Не надо на себя нагружать это, потом ты это не потянешь. Пока молодая, силы есть, хватит. А потом, когда силы чуть-чуть станут меньше, ты начнешь понимать, что ты зашиваешься, а муж уже привык свое перекладывать. Я не про эти фразы говорю, я говорю, что так бывает. А муж уже привык свое перекладывать на жену. И уже привык этого не делать. Потом попробуй его там к 40 годам переучи, когда у самой силы закончились. Это уже крайне сложное положение. Не безнадежное, но крайне сложное. Поэтому помощница, она берет на себя ту нагрузку, которую муж действительно не может нести. То есть не может этого физически, там, морально. Это не значит, что он не может завтрак сделать детям, проводить их со школы или встретить. Он это как бы может, но его ответственности, они пересекаются, и он физически не может выполнять два дела одновременно. Командирша, она не просто, как мы сказали, она упрекает за все. Командирша, она всегда упрекает своего мужа за все. Не так встретил детей, не так проводил, а что ты работал, надо было встречать, а что ты встречал, надо было работать, денег мало, и неважно за что. Она всегда своего мужа строит. И неважно, деньги он зарабатывает, и тем временем, естественно, не мог встретить детей там или сопроводить их со школы. Или наоборот, сопровождает со школы, и из-за этого денег меньше, она всегда его строит. Не так, не так, не так. Ты и любая женщина должна быть не командиршей, а помощником. Кукла по-другому себя ведет. Кукла говорит, что ей некогда, у нее шопинг, у нее брови, у нее там ресницы, у нее там маски, у нее еще какие-то примочки. И ей просто вообще не до этих вещей. Там. Что там мужа, какую-то ответственность взять, то, что муж не может, там, она об этом, кукла об этом не думает. Следующее. В решении вопросов помощник, она советует и даже, может быть, иногда настаивает. Это нормально. То есть, когда жена советует и, может быть, даже настаивает на чем-то, это не является, ненормальным. Наоборот, ты для того и помощник, ты для того и помощница, чтобы советовать мужу. Когда ты видишь ситуацию, что она разрешится, может, не в пользу вашей семьи, не в пользу вашей жизни совместной. И, может быть, даже имеешь право настаивать на этом. Командирша как себя ведет? Командирша не дает права на другой вариант решения вопроса, кроме своего. Помощница советует и настаивает, но оставляет право за мужем сказать последнее слово. Командирша этого права не оставляет. Вот только так и все. Кукла ведет себя немножко по-другому. Она капризничает, льет слезы, настаивает на своем, даже если понимает, что ее вариант проигрышный. Понимая, что ее вариант проигрышный, который она советовала и советует или предлагает, даже понимая, она все равно будет капризничать, льет слезы и тому подобное. Ты и пожелание тебе и всем женщинам, это в Божьем замысле, это не командирша и не кукла, это помощница.
это помощник своему мужу. Ты имеешь полное право советовать и даже настаивать на своих. Но последнее слово оставить за ним. И тогда ты не нарушаешь этого Божьего предназначения. И последнее. Помощница, она хвалит мужа и благодарит даже за небольшой успех. Это простая вещь, но которая в чем-то привяжет твоего мужа к тебе. Помощница, она благодарит и хвалит мужа даже за небольшой успех. Командирша, она всегда говорит, а мог бы сделать лучше и раньше, и упрекает. И за любой успех, небольшой и даже большой, командирша, она все равно добавит обязательно горькое словечко, а мог бы все равно лучше сделать, даже если он хорошо сделал. Это почерк командирши. Кукла, она никогда не заметит и не поблагодарит. Она переживает о 15 граммах, добавившихся к ее, так сказать, весу. Она об этом будет переживать за 15 грамм. А заметить, что муж сделал что-то доброе, положительное, она не заметит. Помощница, она даже за небольшое заметит и обязательно поблагодарит. И скажет слова благодарности. Так поступает помощник. Через это он вырастет. Это помощь в том, чтобы помочь ему стать главой. Не главарем и не ребенком. Командирша очень легко сделает из мужчины, ну не очень легко, я не совсем правильно сказал, но это тенденция. Она сделает из своего мужа ребенка, а потом сама же этого ребенка растопчет в своих глазах и выбросит. Может, не в прямом смысле, но в своей душе. Поэтому тут очень все взаимосвязано. Поведение каждого очень взаимосвязано и зависит друг от друга. И поэтому, когда мы стремимся божественный порядок соблюдать в своей семье, не просто соблюдать, друзья, это не совсем так. Это не то, что правило, вот, знаете, взял, написал, ага, на холодильник повесил, прочитал. Жизнь – это не правило на холодильнике, это жизнь. Это нужно учиться чувствовать, быть главой, быть лидером в своей семье, поощряя жену. Это нужно чувствовать, чтобы мужу, если он глава, как Библия говорит, уважать его, поблагодарить даже за маленькие какие-то вещи, давать ему возможность последнего слова за собою. То есть это важно. Это вещи, которыми нужно научиться жить. И вот через эти вещи, как раз-таки люди, вот через такую, кажется, бытовуху, люди и могут, и по крайней мере получают шанс имеют такую возможность, чтобы главную цель осуществить – уподобиться, стать похожими на Божий замысел, на Божьего Сына. Это и является как бы божественной целью, верховной целью. Друзья, на этом я остановлюсь в рассуждениях. Уже нам пришло время час наш прошел, пока вы здесь. Нам пришло время помолиться. Друзья, молитва у нас будет происходить следующим образом. Сначала помолятся родители, потом помолятся невеста, помолится жених, потом музыканты тем временем сосредоточатся и споют гимн как раз вот по теме этой последней торжественной и самой главной части. А потом я от лица церкви возложу руки и от лица всех вас, кто присутствует в этом зале, возложу руки на молодых и попрошу благословения у Бога, благословения не от меня, благословения от Бога, и попрошу благословения у Бога на их будущую жизнь. Встанем, друзья. Дорогой Господь, сердечно благодарю Тебя за милости Твои, за любовь Твою, за то, что Ты подарил нам деток. И вот наша дочь стоит под венцом. Благодарю Тебя за этот выбор ее. Помоги, чтобы она вместе с Никитой были счастливы, чтобы, идя по жизни пути, они служили Тебе всем сердцем, отдаваясь полностью в Твое распоряжение. Благослови их всесторонне, усмотри деток для них, чтобы они могли продолжить их путь, чтобы Твое благословение, оно умножилось в их жизни, и они принесли Тебе больше славы. Будь за все прославлен.
Аминь. Господи, я Тебя благодарю, что Ты хранил нас до этого часа. Благодарю Тебя за Твою заботу и любовь. Благодарю, Господи, Тебя за Кристину, которую Ты нам когда-то подарил. Благодарю, что Ты ей даешь Никиту, мужа, и нам даешь его, Господи. Ты благослови их жизнь, чтобы у них в жизни все было хорошо, благословенно, чтобы поступали неправильно по слову Твоему. Храни их, Господи, от всего нехорошего. Дай мудрости от Тебя, силы, Отец и Дух Святой. Аминь. Отец Небесный, благодарность Тебе, что Ты благословляешь и нашу семью, что Ты даровал нам детей. И Никита вот также пошел за Тобою, совершает труд, служение. И теперь Ты усматриваешь в его жизни вот спутницу. Послал Кристину, Господи, благослови их, чтобы жизнь у них была по слову Твоему, чтобы он был хорошим главой семьи, а Кристина была помощницей. Благослови и помоги, пошли мудрости и силы во всем. Благослови сегодняшний брак. Да будет прославлено Твое имя во всем. Аминь. Дорогой Господь, также благодарю Тебя за сегодняшний день, за благословение Твое, Господи, за Никиту, что Ты даровал его нам. Благодарю Тебя также, что Ты дал ему помощницу вот, и Кристину, Господи, Ты благослови их жизнь совместную, помоги, чтобы они вместе трудились для Тебя, прославляли имя Твое, благослови и деток, которых Ты даруешь им, помоги, чтобы эта семья была благословенной. Слава, хвала Тебе за все, наш Бог. Аминь. Господь, благодарю Тебя за этот день. Благодарю, что Ты посылаешь и в моей жизни Никиту. Помоги, чтобы мы любили друг друга, чтобы у нас было хорошее взаимопонимание, чтобы мне не быть командиршей, чтобы быть любящей женой. Помоги, чтобы у нас в нашей жизни Ты был на первом месте. Благослови нас обильно. Помоги, чтобы и мы могли служить Тебе. Аминь. Господи, я благодарю Тебя за этот день. Благодарю за то, что Ты хранишь нас. Благодарю за то, что посылаешь все необходимое. Благодарю за то, что Ты пострадал за меня и дал мне право называться Твоим детем. Благодарю Тебя за это. Благодарю за то, что послал мне Кристину. Благодарю за то, что я родился в христианской семье, за моих родителей верующих. Благослови нас в жизни с Кристиной. Помоги правильно вести себя. Помоги мне быть главой. Пошли нам детей, если есть на это Твоя воля. Храни нас во всем, благослови остаток этого дня. Аминь. Благодарим Тебя, хвалим Тебя и прославляем Тебя, что сегодня молодые люди желают вступать в брак в церкви. Благослови их, Господи, ухватиться за Твои слова, ибо не хлебом
жив человек, но всяким словом, исходящим из Твоих уст. Благослови их ухватиться за эти слова и держаться этих слов, которые они читали, слушают и будут читать из Священного Писания. Чтобы эти слова, они были стержнем в их жизни. И никакие ветры испытаний, сомнений, разочарований не могли бы согнуть ни Никиту, ни Кристину. Благослови, Господь, и услышь нашу молитву к Тебе. Мы хотим просить у Тебя милости для всей их будущей жизни, чтобы и в жизни и их все содействовало ко благу, чтобы они любили Тебя всем сердцем и всей душой, любили друг друга, уважали друг друга, дорожили друг другом и ценили друг друга во все дни жизни своей, и даже когда не все будет понятно и приятно. Господь, мы хотим помолиться о милости для потомства, если Ты позволишь, и продлишь день жизни нашей, дашь потомство, благослови потомство их, чтобы и они имели внутреннее внутри убежденность и слово к своему потомству, чтобы это потомство было людей, способных знать Тебя и чтить Тебя в своей жизни и распространять Евангелие здесь, на земле. Господи, благослови. Милости у Тебя просим. Хочу попросить у Тебя о милости, чтобы у них всегда были добрые отношения со своими родителями. И они ценили и дорожили семьи родителей, своих родителей друг друга, братьев и сестер в семьях друг друга и никогда не говорили ни о ком плохого. Благослови их этой милостью, чтобы беречь свои уста для сохранности и для укрепления своих семейных уз. И эта милость да пребудет над ними, чтобы они чтили отца и мать и были долголетними на земле, как Слово Твое говорит. Да будет имя Твое благословенно в жизни и этих молодых, наш Бог и Спаситель. Просим это все для славы имени Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Ну, я, наверное, первый поздравляю в душе и родители, поздравляют молодых теперь как мужа и жену, начинающих и, как думаем, и состоявшихся. Теперь мужа и жену. Друзья, наше собрание на этом, оно подошло к концу. И сейчас в первую очередь дадим возможность родителям подойти, поздравить, потом и всем остальным родственникам, потом и всем остальным.